Итак, всем привет! И тут у нас глобальная версия, бета-версия MIUI 9 стала доступна ряду новых устройств. И, кстати, уточню немножко, глобальная версия MIUI 9, бета — это еще не полная, скажем так, не полноценная прошивка, потому что это только бета для тестирования, и ее нужно установить вручную. Конечный результат мы получим позже и получим его по воздуху, или в сентябре, точно неизвестно, или в октябре. В общем, сначала получает обновление китайский рынок, и только потом европейский и все остальные. Так что такие вот дела. Месяц назад компания Xiaomi представила 9-ю версию фирменной прошивки MIUI. В течение некоторого времени длилось закрытое бета-тестирование, а 11 числа этого месяца все владельцы Mi 6, Mi 5X и Redmi Note 4X с процессором Qualcomm смогли оценить старания китайских разработчиков. Как и было обещано, Xiaomi расширила список поддерживаемых устройств, и теперь возможно... возможность попробовать глобальную бета-версию MIUI 9 есть у владельцев еще 9 моделей смартфонов. Уже сейчас модели Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max обычный, то есть первый, Redmi 4 и Redmi 4X могут установить на свои устройства бета-версию MIUI 9. Скачать прошивку можно по ссылке в описании к видео, выбрав из списка свое устройство. Владельцы Redmi 2, Redmi 2 Prime, Mi 3, Mi 4, потом Redmi Note 3 Qualcomm, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 4 MediaTek, Mi 4 Air, Redmi Note 2, Redmi Note Prime, Mi 2, Mi 2S, Mi Note, Redmi 3 Prime, Redmi 3S, Redmi 3S Prime, Redmi 4i, Redmi 4 Prime смогут попробовать MIUI 9 до конца следующего месяца. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!